Приветствую, друзья! Сегодня решил поиграть в Horizon Zov Gor. Создал вот себе временную игровую зону. Кстати, вот для этой игры это максимально удобно. То есть вот я стоя, вижу границы, если что. Ух ты, тень рук вижу. Так что никуда не бахнусь. Наверное. Стена. Все. Главное не выходить за вот эту вот зону, и все будет хорошо. Играю я стоя, режим стоя выбрал. Прошел здесь вчера первоначальный уровень, можно так сказать. Там нас просто прокатили на лодке, началась суета, и, собственно, вот. Подобрал лук и куда-то пополз. Не знаю куда. Не знаю зачем. Эти штуки вибрируют, кстати, на каждый захват. Так, все. Выбрался. Параметры управления перемещением. Установить новые параметры? Нет. Я говорю нет. А, держать надо. Меня все устроило, я буду так играть. Ну, графика получше, чем в первом VR. Все более четко, картинка более четкая. Но в целом, по ощущениям, абсолютно все то же самое. Просто лучше картинка. Я сам не доберусь до Пламени Рассвета раньше нее. Стража Рассвета. Марат Безгрешный отправит за мной всю армию Дома Солнца. У меня, кстати, под ногами вот коврик есть. Я, получается, так, вот сзади диван. А здесь коврик. И я могу ногами, вот все-таки это мой якорь в реальность, то есть ощущать, где я, что сильно я тут не увлекусь. Как бы никуда не убегу. И вам тоже советую какой-нибудь небольшой якорь бросать своеобразный под ноги. То, что надо. Так, это что? О, однако это выбивает немного из колеи. В первом VR я преимущественно сидя играл во все игры, кроме одной. Это Until You Fall. Там, помните, я сражался на мечах. Так я ее и не прошел. Так, ну я полагаю, ящик мне понадобится. Как мне добраться до Длани Рассвета? Удерживайте треугольник. Я смогу залезть по этой вышке сбоку. Ага. А, вон еще предметы можно позбивать. Типа ведьмачье чутье. Раз, два, три. Да, я прям снайпер. Отлично, я попал. Так, ну туда, наверное, не долечу. Надо же. Я снова попал. 6 из 12 чего-то там сбито. Ну ладно. Так, убираем. Тут можно поставить управление какими-то жестами. Типа вот что-то вы так вот делаете, видимо, и перемещаетесь. Я поставил по традиции на кнопках. На аналогах, на стиках. Мне так удобнее. Кстати, вон какая-то штука. Там наверняка какой-то секрет есть.
Ой, вот это вот прям укачивает, признаться. То есть как бы я-то стою на месте, и мозг пока еще не понимает, что происходит. Типа как так? Во, вот это да. Я не знаю, если... Что вообще будет, если хорошенько прибухнуть какой-нибудь медовухи или там водочки? Мне кажется, вы упадете. Не очень это все безопасно. Так, никак. Возможно, какой-нибудь предмет я еще раздобуду и... Так, где тут зона-то? Ага, вот она. И какой-нибудь предмет я еще... С помощью какого-то предмета смогу сюда карабкаться, пока не знаю. Ой. Ага, еще. Есть. Сбить знак предупреждения. Так, паучье чутье. Неплохо. Надо же. Ага. Еще вижу мишень. Но пока что мне ее никак не прострелить, если только спрыгнуть туда. Для первого VR, наверное, самая интересная игра, вот мне понравилась, это Robinson the Journey. И это, кстати, одна единственная игра из всей моей огромной... А, нет. Одна из двух. И единственная VR-игра, в которую невозможно поиграть на PlayStation 5. Я не знаю почему, но почему-то нельзя. Так, наверное, мне выше. Да, мне выше. То есть в Robinson the Journey можно поиграть только на PlayStation 4. Поэтому я ее и не продаю. Хотя я ее все прошел, но тем не менее. И еще одна игра — это Hitman Go. О! Король солнца Садарин обозревает дом солнца. Так, и что? Что мне с ним сделать-то? Просто найден сюжетный коллекционный предмет. Класс! То есть тут еще много-много, видимо, этих штук разброс. В принципе, как и в основной игре. Все-таки это я как бы типа спин-оффа воспринимаю для VR. А основная эта игра у нас... Оригинал на PlayStation 4 выходил. Замечательно играется в 60 кадрах на PlayStation 5. Horizon Zero Dawn. С большим удовольствием я ее прошел прошлым летом. Летом 23-го года. Абсолютно там все собрал. Все нашел. Вообще каждую запись, каждый журналец. Что-то прям затянуло. Вот. А Запретный Запад я пока что не прошел. Начинал, но потом что-то на другое переключился. Вот. И здесь, видимо, тоже всяких много штук, которыми можно заняться. Сбором которых... я понял, это же, да, это вот там, вон бочка, видите, вон. Вот там я нашел лук, и эту мишень мне надо было поразить как самую первую в качестве обучения. Ладно, я все понял. Да, тут можно вот так вот закрутиться, то есть вот, опять же говорю, вот у меня диван, я сейчас понимаю, что я, да, я сейчас спиной к телевизору нахожусь. Хотя, в принципе, я могу и так вот развернуться и камеру подвигать, и у меня тут все сбивается. Ну, типа да.
Это довольно забавно. То есть, в принципе... А, да, мне же получается не обязательно вот так вот камеру вращать. Вот от этого как раз вращение немножко бошку укачивает. А я же могу на самом деле просто крутиться на месте и вот так вот... Типа так ходить. Ого. Да, это... Ого, выбивает из равновесия. Столько машин ломится в долину. Здесь должны быть часовые. Ну ладно, погнали уже по сюжету. Плохо, у меня еще нету сейчас часов перед глазами, и я вообще не понимаю, сколько я времени провел в игре. Пока что вообще ничего не понятно. Меня какие-то охотники меня взяли в плен и везли куда-то. Видимо, в тюрьму или что, как в Скайриме. Я тут некий Карха, воин Карха тьмы. У них, кстати, очень крутые шмотки в основной игре. Возможно, даже лучшие. То есть там луки Карха тьмы, они всегда максимально лучшие. Максимально хорошие. Лучше, чем Банук, лучше, чем... Кто там еще был-то? Азирам. Так, здесь все. Так красиво. Слишком долго я не был в горах. Вон. Машина. Так, значит, здесь проползти можно сюда. Так. Сбил. 9 из 12. Это, видимо, в стартовой зоне. То есть, в принципе, мне еще... Так, мне еще 3 осталось. Кажется, никого. Никого. Тут нужен ключ. Ключ. Так, надо пошариться, что тут есть. Может быть, найду. Нужен ключ. А, вот. Нажмите X, чтобы открыть рюкзак. Нажимаю. Так. Выберите ключ с помощью R. Чтобы взять ключ, удерживайте R2. А, отпускаю и все, я понял. На, держать. Так, есть. Это лагерь беженцев. От чего они бежали? Понятия не имею.
искорь. Хорошо, что я нашел лук. Так, ну чё, первый бой. Уйди, провод. Первый бой с машиной. Я понял. Четко. Готов. Вонь рассвета где-то рядом. Остался последний рывок. О! Опять статуя короля, только гигантская. А я статуэтку находил. Так, что тут у нас? Что это такое? Детали инструментов для лазания. Подойдите к верстаку в длань рассвета, чтобы там что-то улучшить. Так, ваш текущий запас здоровья показан на левой руке. Шкала здоровья показывает урон, который вы способны выдержать. А, наверное, вот эти лепестки. 1, 2, 3, 4... 5. Вот я где-то там упал, видимо, ранение получил. Стильненько. Что не просто цифра, а игровая такая часть. Это пригодится. Во! Работает. Да, пятый лепесток загорелся, яблочко покушал. Классно. Мне нравится. Ага, вон мишень вижу. Неплохо. Наверное, пропустил уже где-то. Я там бежал же так довольно быстро. Все эти... коллектаблсы довольно сложно найти. Второго солдата нигде не видать. Где же она? Довольно сложно найти самостоятельно, поэтому даже не знаю. О, что-то жарковато, а что-то... Антураж тут весь еще... Тут же как здесь жарко, и мне жарко стало. А, то есть вот куда мне надо лезть. А, ну правильно, я что отсюда и пришел. Вот оттуда пришел. Этого завалил. Чё ты моргаешь? Линза Искря. Возьму в качестве трофея. Классно. Выдрал ему линзу. Можно будет на что-нибудь сменять. Так, протокол Сигма. Полезли. О. Сюда. Так. Еще немного.
Моя игровая зона на самом деле намного шире, но просто я взял временную, потому что вот так я чувствую границы, а так я могу просто впилиться в стену случайно. И здесь как бы так сильно скакать-то не надо. Так. Ага. Вижу. Horizon VR Зов гор. Надо идти туда и поискать выживших. Ну дела. Ты чё, тётка? Ясно. Клятые карха тьмы. Так-то я увернулся вообще-то, как видели, у меня реакция-то я оп. О, вот, значит, пролог, ну, типа того. С элементами обучения. О, все, Элой! Рейс, меня зовут Марат Безгрешный, главный шпион короля Авада. Я рад, что знакомство с камнем не отшибло тебе память. Ты сказал привести живым, а не в сознании. И зачем я тебе? В прошлую встречу Авад бросил меня в тюрьму навсегда. Его сиятельство, король солнца, Авад! И сразу к делу, совсем как брат. Так вот в чем дело. Урит в беде. Дело не только в твоем брате. Машины напали на поселение. Они не атакуют поселение. Скажи это мертвым. Думаешь, Марат Безгрешный покинул? Да убери ты лук. Сказок. Ты же видел машины в долине реки. Здесь что-то происходит, и все поселение страдает. Ища ответы, Урит поднялся на солнечный пик, но не вернулся. И вам нужен кто-то, кого не жалко послать за ним. Мне нужен скалолаз не хуже него, завершить, что он не смог. Поможешь, получишь прощение за свои действия в Меридиане. Полное прощение? Вот так просто? Официально? Хорошо, да. Но есть одно если условие. Если сможешь найти Урида или отправившуюся за ним... Пусть судья замолчит. Но ради блага Дома Солнца, выясни, что заставляет машины нападать. Воительница Нора, главный шпион и помилование от Авада. Должно быть, ты а Элой? Меня камнем. Элой. Направь его к солнечному пику. Не найдет гору, значит, плохой из него скалолаз. Умеешь карабкаться? Если нет... Пару раз приходилось. Быстро, так? Тогда пора в путь. А, Элой, ничего такая, VR. О, мужик, ты чё сзади-то стоял? Да, VR, она поинтереснее, чем такая компактненькая, невысокого роста. 1.60 м. Наверное, навскидку. Вот маршрут на солнечный пик. Ты на месте, как я и обещал. А то и все... Удачи в поисках ответов. Ну да, где-то 60. Куда? В закатную крепость. У меня дела с кархой тьмы. Судя по словам Марата... И не такая щекастая, как в основной игре. Люди в том поселении рассчитывают на тебя. Надеюсь, ты найдешь меня. Нора ушла. Жаль. Мне кажется, девушка не промах могла бы помочь. Найду брата, но найду его живым или мертвым. Что ты здесь искал, Урит? Нашел ли? Или что-то нашло тебя? Ну что ж, такой вот был проложек. Я думаю, что для стартовой серии будет достаточно. Не знаю, есть ли вообще смысл дальше снимать мои похождения в этом VR Horizon. Я думаю, тут в принципе все понятно. Но я подумаю, может поснимаю, может не поснимаю. Возможно, какие-то еще бои будут более сложные. Ну а на этом я завершу, пожалуй, серию. Увидимся и удачи вам!